только славить Бога, хай нас сумує только прославлять Христа. Сестры, мы пели этот псалом, что тот, кто прославляет Христа, не должен печалиться, не сумуя. И мы, имея это прекрасное время, будем готовить свой себя, свои сердца, чтобы прославить Господа. Я прочитаю, апостол Петр пишет в своем послании, во втором послании апостол Петр пишет такое слово. И это слово, оно встречается в разных посланиях. В начале апостол Павел более, наверное, в каждом послании, наверное, 14 или 15 раз я насчитал, он пишет такое приветствие, что благодать и мир вам да умножится. Он в каждом послании пишет и дает такое пожелание: благодать и мир вам да умножится. Апостол Петр пишет, второе послание, второй стих: благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Вот такое приветствие и пожелание он написал. И апостол Павел, как я уже говорил, в каждом послании, начиная свое послание, он обращается с таким пожеланием: благодать и мир от Господа и Иисуса Христа да умножится. Братья и сестры, это то, что сегодня так необходимо и так оно, как сказать, востребуемое в каждой церкви: благодать и мир да умножится. Познание Господа и Бога, и Иисуса Христа. И дальше он пишет: как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего вас славою и благостью, которыми дарованы вам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то есть стали причастны или стали похожи на природу Бога, то есть божеского естества, Его характера, Его природы, Его отношения к людям,
говорит, чтобы вы сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание ваше, покажите в вере вашей добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание и терпение, в терпении благочестие, терпение и благочестие, благочестие и братолюбие, а в братолюбии – любовь. И говорит, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если мы над собой работаем, если в нас это есть, и оно умножается, то мы будем возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Да благословит Бог, чтобы нам в жизни нашей действительно возвращать вот эти качества, и чтобы благодать Божья и мир Божий умножался в нашей жизни, в наших сердцах. И еще напомню псалом Давида, вдохновенный псалом 33, где он, проходя трудности, проходя опасности, он надеялся на Бога и говорит: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господу будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Этот нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Слава Богу! Братья и сестры, это человек, который испытал Божью милость. Это человек, который испытал Божью благодать. Он попал в такие обстоятельства, где была большая опасность. И написано, сей нищий воззвал Господу, и он услышал его, и избавил его от всех бед его. И говорит, что ангел Господень ополчается. Вокруг кого? Боящихся Господа. Не написано, что ангел Господень ополчается вокруг всех, да? Такого не написано. Написано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его, тех, которые боятся Бога, которые исполняют Его заповеди. Ангел Божий ополчается, то есть ставится Божья охрана. Слава Богу! Поэтому мы будем призывать Его имя на этом месте, чтобы Господь благословил каждого из нас. А мы позаботимся о том, чтобы наше сердце было открыто, чтобы через это слово, которое будет сегодня, то ли в проповеди, то ли в песне или в другом приношении, чтобы оно принесло пользу, чтобы нам что-то из него почерпнуть полезное для себя. Да благословит Бог сегодня нас. Давайте мы встанем, призовем Его имя, будем молиться о служении, о проповедниках, о поющих, о том, чтобы Господь благословил нас всех. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, я славлю Твое имя, я благодарю Тебя за то, что Ты, Господи, даровал этот день, это прекрасное время, слава Тебе. Я благодарю Тебя, Боже, что Ты, Господи, посылаешь нам все необходимое, Твоя милость обновилась над нами в это утро. Ты сегодня продлил это прекрасное время. И я благодарю Тебя, Боже, что Ты даровал нам возможность прийти в дом Твой, слышать Твое Слово, воздавать Тебе славу, прославлять Твое имя, ибо оно достойно славы, хвала Тебе и поклонение. Благослови каждого, пришедшего на это место. Благослови, Боже, дабы нам, Господи, иметь, Господи,
это духовное питание, чтобы оно, Господи, возвращало нас в познании Иисуса Христа, в познании благодати Божией. Благослови, пребудь Твоим Духом Святым. Благослови сегодня тех, которые будут служить Словом Твоим, передавать Твое Слово. Благослови тех, которые будут прославлять пением или другое приношение. Благослови, Господь, пребудь Твоим Духом Святым. И Твое помазание да будет на каждом из нас. Я прошу Тебя, пребудь Твоей милостью, будь прославлен, Отец и Дух Святый. Аминь. Мы споем общим пением. Не пройди, Иисус, меня. Мы хотим, чтобы Он был здесь с нами, и мы прославим Его. Боже, Боже, услышь нас. Братья и сестры, каждый человек
творение Божие, хочет, чтобы он был услышан кем-то. Дети хотят быть услышанными родителями, взрослыми, учителями. Родители хотят, чтобы их дети слышали и понимали. И это такая вечная проблема. Кто-то говорит, а кто-то слышит и не слышит. Но Писание, как сам Бог и Христос, наш Спаситель, обещал, Он говорит, я вас всегда услышу. Слава Господу. И дело в том, что Бог слышит человека, хоть об этом, как мы пропели, тут кто-то жаждет, чтобы его Иисус услышал. Мы иногда жаждем, чтобы нас слышали, близкие, родные. Иногда просим Бога, я думаю, иногда в таком, как бы, неверии, что Господи, услышь меня, хотя Бог ясно и конкретно сказал, что ты мой сын, и я тебя всегда услышу. Тем более, что Бог пострадал за каждого живущего здесь на земле, верующего, неверующего, грешника, падшего грешника. Завтра тебя предстоит суд за все твои злодеяния, человек. Завтра ты уйдешь из этой жизни, суд постановил. Остались, может быть, считанные секунды. И Бог видит и смотрит на это сердце. И каждый может в эти последние минуты обратиться к Богу. И Бог услышит. Слава Господу! Это милость Божия и любовь Божия. С другой стороны, то есть мы не заслуживаем это. Это другой вопрос, это отдельная тема проповеди. Каждый человек имеет свое взаимоотношение с Богом. И каждый человек жаждет встречи с Богом, хотя, может быть, и не выражает это вслух. Может быть, живет такой жизнью, которая, на первый взгляд, ничего общего с Божьим нет. Но однажды мы знаем, Иисус зашел к дому грешника, мытаря, к этого Закхея, и даже все окружающие люди, которые окружали Христа, и даже те, что с Ним следовали, слышали Его проповеди, видели Его жизнь на этой земле, и то они как бы возроптали в сердце своем, и учителя эти, и сказали, ну как он может общаться с этими грешниками? Знаете, им было невдомек. Невдомек сейчас и многим людям, живущим здесь, на этой земле, но тем, которые вкусили это и сами почувствовали всю тяжесть греха на себе, я думаю, это каждый должен прочувствовать в жизни, так Писание говорит. Он всегда поймет и всегда будет радоваться, и всегда будет благодарить Бога за это. Слава Богу! Сейчас вспомнил Писание, написано такое, не помню где. Написано, Бог заключил всех непослушания, чтобы явить свою милость и спасти весь мир. То есть это в Божьих планах было так сделать, чтобы каждый человек на этой земле, и я вместе с этим, и вы, и каждый из нас, и те, кто родится, уже спасение совершено, но каждый человек на этой земле должен почувствовать, что он грешный. И без этого никогда не может быть прощения. А без прощения этого никогда не может быть и в этой вечной жизни. Слава Богу! Аминь! Знаете, хотел перед молитвой прочитать одно место Писания и немного порассуждать, и помолимся. Это 3 глава Деяния, когда Петр и Иоанн, 3 глава с 1 стишка Деяния. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9, и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, пред входом во храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал, «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что я имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. И вскочил, встав, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.
и весь народ видел Его ходящим и хвалящим Бога, и узнали Его, что это был Тот, Который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления, случившегося с Ним». Вот пока до этого места. Знаете, братья и сестры, все хорошо, каждый из нас уже верующий, понимаем, что произошло. Этот Петр, некогда, вы все помните его характер, его вспыльчивость, и помните, что Иисус обещал что-то дать ему в жизни, назвал его этим камнем, и что он будет как бы основой здесь, на этой земле. Сам Иисус основа, но как бы он будет передавать то учение здесь, на этой земле. И вот он, то, что имел, он дал, а Петр на то время, я думаю, имел многое уже, и что и много чего дал. И вот частицу, наверное, того, что он имел, он дал этому, свою веру, эту любовь Иисуса. И написано, что этот хромой, он не встал. То есть, я так думаю, может быть, у нее веры не было, или сильно такой контраст ожидал денег, а тут надо было проявить эту веру. Но ему помог Петр. Он взял его за руку, поднял, и написано, укрепились ноги. Но это можно очень много говорить о всем том, что произошло. Но я хотел обратить внимание на последние вот эти вот, что я прочитал, что все как бы пришли в ужас и в изумление. Я хотел бы остановиться. Вот, например, если бы, ну, как среди верующих такое происходит, я не знаю, может быть, у некоторых и происходит ужас или изумление вот в христианской среде. Я вообще-то мало видел таких в церкви исцелений, таких явных, например, кто-то воскрес или там. Я видел и исцеление просто уже после. Например, у кого-то была рука поломана, пошел к врачу и показал гипс, что ничего даже полома нету и даже шрамов нет. Вот это я свидетельство слышал, а так, чтоб наяву, я не знаю. Но тут написано, что они явно увидели и узнали его, тем более, что там были те люди, которые носили его каждый день. Может быть, даже это были и разные люди, а может быть, одни и те же. Но факт то, что все узнали о случившемся и пришли в такой ужас. Написано за боящихся, и брат Иван, он раскрыл нам немного о боящемся, но это как бы совсем другое слово и не тот боязнь. Если нам, мы любим Иисуса и мы боимся Его обидеть чем-то, ну, своим неверием, своим поведением, своим словом, в этом заключается наша вера, или это боязнь перед Богом. Но это ужас. Но я хотел бы параллельно прочитать еще один случай перед этим, что было с Иисусом. Это когда был праздник, это от Иоанна, 5 глава, 1 стих. Это когда было исцеление в купальне в Ефезе. «После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. И были там эти овечьи, я все не буду читать, и были эти ворота, и там повстречался ему тот человек, который 38 лет, он сам засвидетельствовал, сидел у этой купальни в Ефезде, и ждали все люди возмущения этой воды. Написано, что Бог посылал ангела, и ангел приходил, возмущал эту воду, ну, как в моем понятии, это как бы, как, ну, бурлит начинало, возмущалась вода или волны, и вот надо было первому войти. И люди старались. Я думаю, каждый хотел исцеления. Там написано, с разными проблемами люди были. И вот он, даже Иисус у него спросил, хочешь ли ты исцелиться. Но он ему так, как оно и было, и сказал, что я хочу, но передо мной люди
идут, которые первые видят, и у которых физически, может быть, могут раньше меня войти. И я вот уже сижу, это я своими словами говорю, 38 лет, и жду, может, мне повезет. Но Иисус жалился над ним и сказал ему, как мы понимаем, что у меня есть другой путь. Дело в том, что этот ангел, которого посылает Отец мой, я здесь. В смысле, не ангел, а Иисус, сам Бог. И ты можешь меня просить, или как бы короче путь этот, чем идти купаться в воду, встречаться с этим ангелом. Вот. И Иисус его исцелил. И я хотел именно обратить внимание на реакцию людей. Какой там был? Или ужас, или страх, или что произошло потом, когда узнали. Он сказал ему... не говорить, и он даже не знал, кто это. Но потом увидел Иисуса в храме, он понял, что это Иисус, и сказал людям, которые требовали у него отчет, кто его исцелил. Но он сказал, что это есть Иисус. И прочту реакцию сейчас. Это 5 глава, 15 стишок. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорит им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушил субботу, но отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя». Если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий словам, Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешед от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, и потому, что Он есть Сын Человеческий. Вот такой вот диалог произошел между Иисусом и теми, которые, написано, не искали Его даже погубить и хотели выгнать, прогнать Его. То есть Он им не понравился. Во-первых, нарушил субботу. Во-вторых, Себя назвал Отцом Бога. И почему я привел этот пример? Тогда Он им объяснил, что я это делаю, потому что Отец мне разрешил, и я бы не делал, если бы не увидел пославшего меня впереди. И вот потому, я думаю, те люди, когда Петр исцелил этого безнадежного больного, который встал и ходил и славил Бога, они потом и ужаснулись, что, может, вспомнили те слова, которые Иисус говорил. И дальше еще перед молитвой я прочту продолжение, то, что произошло. И как исцеленный, это когда Петр с Иоанном помогли исцелиться этому человеку. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. И увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто
бы мы своей силой или благочестием сделали то, что Он ходит. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицем Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя Его укрепила сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами». То есть Петр ответил всем им и дал им понять, почему этот больной исцелился, почему он славит Бога, и напомнил им все то, как бы, злодеяние, которое совершилось тогда, что вы этого начальника жизни предали Пилату, хотя он полагал освободить его. И перед молитвой я хотел бы сказать вот что. Будем сейчас молиться и просить Бога, чтобы нам, оказавшись на этом месте, которое мы сейчас имеем, на эту милость и любовь от Бога, иметь возможность понимать все, что сотворилось, иметь возможность понимать и отличать добро и что такое худо в этой жизни, где проявляется вера к Богу, а где неверие, где мы согрешаем и где мы идем тем узким путем, и как мы пропели псалом, мы хотим, чтобы Бог слышал нас. Он слышит нас всегда и везде, и это да, аминь. Просто ответ его бывает разный. Бывает, отвечает сразу, бывает, нет. Бывает, дает нам возможность подумать над той просьбой, которую мы просим его, стоит ли, чтобы она исполнялась или нет. Потому что порой бывает, мы просим Бога, и у меня такое было, я не получал ответ долгое время, а потом Бог мне вразумил, что не надо было вообще просить об этом. И я прославил Бога, слава Господу, что Ты именно в этот момент замедлил. Бывают молитвы такие, что Бог отвечает сразу, и даже не ожидаешь, что Он так быстро ответил. Слава Богу, братья и сестры, будем молиться, благодарить Бога за все это, за то, что Он однажды, воскресив этого больного, и дал нам надежду быть всегда услышанными, быть всегда, знать, что есть Тот, Который всегда ответит, Тот, Который исцелит, и что не надо что-то ждать, где-то что-то там будет возмущаться, где-то, может быть, в какой-то церкви будет это возмущение, ангел будет сходить, но праведнее путь и правильнее путь, мы знаем, что Иисус всегда в нашем сердце, и у нас есть возможность попросить Его об этом. Меня его отнять.
Сестры. Я не знаю, если вы сегодня заметили, Дух Святой направляет наших братьев, которые уже сегодня говорили, вроде бы не так сильно много сказано, но было сказано очень много. Я не знаю, если вы заметили, то направление сегодня, как-то вот брат первый говорил, брат Ваня, вот брат Артур, направляли на веру. Что такое, ну, вера? Они говорили о вере. Брат Иван говорил, место из Писания, это 2 Петра, 1 глава, там написано, это качество веры, да, прилагая старания, покажите в вере вашей, что-то нам надо в вере нашей, то есть апостол Павел нам говорит, что просто веровать, это it's not enough, это недостаточно, он говорит, покажите в вере вашей. Вот брат Артур напоминал место, когда вот Петр и шел, и он увидел этого хромого, который сидел у ворот, и он ему сказал, что вот у меня ничего нету, но что имею, то и даю. У него что-то было, да? Он что-то давал, то, что у него было. И мы вот, как христиане, мы часто хотим увидеть что-то такое великое, что-то такое большое, какие-то знамения. Мы стремимся к этому первому, но мы не... Как тема моей проповеди, я хотел бы оттолкнуться от одного места с Писания, которое написано во 2 Коринфянам, 13 глава, в 5 стихе. Это будет 2 Коринфянам, 13 глава, это последняя глава Коринфянам, 2 Коринфянам. Павел пишет церкви Коринфянской. Он уже написал два письма. Это его второе письмо, которое он послал этой церкви. И вот здесь, в последней самой главе, вот в конце его письма, он напоминает вот этой церкви, в которой было, ну, если мы так внимательно будем читать, в этой церкви было некоторые проблемы. И апостол Павел, подводя итог, он говорит здесь в пятом стихе, написано, «Испытывайте самих себя, вере ли вы». Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, вопросительный знак, разве только вы не то, чем должны быть? Я хотел бы заострить наше внимание сегодня на этом первой половине этого стиха. Написано, испытывайте самих себя, вере ли вы. Себя исследуйте. Здесь он не пишет, чтобы мы исследовали кого-то. Здесь он не пишет, когда брат говорит, чтобы мы смотрели, о, это было для того, это было для того. Здесь апостол Павел говорит, исследуйте самих себя. Он говорит, чтобы мы сами себя исследовали. Вот это место я хотел бы заострить наше внимание и немножко поговорить об нем. Часто вот мы, вот христиане, я вот, ну как, я не за всех говорю, я за себя, может быть, вы не так поступаете, но я так заметил, у меня было, что когда вот я начал стремиться к Богу, вот уверовал, вот крестился, и это было как-то для меня как-то, ну, удовлетворяло меня. Я удовлетворился в этом, что вот я вот уверовал, ну, я вот получил Духа Святого, и я, фух, все, я получил Духа Святого. И стремлюсь к крещению, например, крестился в воде, фух, уже окрестился, я чистый, все нормально, я уже удовлетворился.
Но апостол Павел говорит в 6 главе к Римлянам, в 6 главе, он говорит там интересные слова. В 3-м и 4-м стихе написано: «Неужели вы не знаете, что мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с ними в крещение в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в какой жизни? В обновленной жизни, да? И вот мы часто удовлетворяем себя, и вот мы достигли чего-то, и мы говорим: окей, это хватит. Но апостол Павел говорит нам, еще он дальше говорит в одном месте, что я каждый день умираю, каждый день. То есть у него постоянно каждый день происходит эта борьба. Если у апостола Павла, вот этого великого человека, была борьба, то какая борьба тогда у нас, вот у нас простых, человек, как я себя простым считаю, я не считаю себя никаким великим. И задается такой вопрос: можно ли быть христианином и не быть в вере? Вот можно ли быть христианином и не быть в вере? Апостол Павел говорит: испытывайте себя, в вере ли вы. Он кому пишет? Он не пишет там уличным каким-то там проходимцам или пьяным каким-то. Он пишет это церкви, которая была уже, он уже второе письмо им пишет, то есть эта церковь уже существовала уже некоторое время, он им пишет: испытывайте самих себя. Вот я вот смотрел вот это слово «испытывайте», это по-английски «экзамен». «Экзамен» — это как «проверяйте себя», «испытывайте», «экзамен». Английское слово как «молитва», «pray», это как переводится как «ask», как «спросить» или «упросить», или что-то «вымолить». По-еврейски это слово звучит как «tefila», means, что это значит «самооценка». Или self-evaluate по-английски, это самооценка. То есть для еврея, он когда становится на молитву, это не время, когда у Бога спрашивать чего-то, это не время, когда у Бога что-то просить или упрашивать, дай то, пошли то, благослови и дай. Это его время самооценки. Это в еврейском языке, это молитва, это самооценка. То есть я захотел бы заострить наше внимание на то, чтобы мы испытывали самих себя. То есть мы испытывали самого себя, свою, как свое состояние. И Давид... Он как другой человек, которого мы видим в Писании, он себя проверял. И вот в 138-м псалме он пишет вот такие слова: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Да, вот смотрите, вот Давид он себя подставляет под стандарт Божий, да, под стандарт, вот у нас есть стандарт, наш стандарт, под который мы должны подставляться, и Давид говорит: испытай меня, Боже, то есть он ставит как стандарт, он ставит как Слово Божие, как Бог, и он себя говорит: Боже, ты you're perfect, ты идеальный, и ты проверь меня, со стороны глянь на меня, не на опасном ли я пути. То есть первое, что мы в жизни должны, когда мы испытываем себя, мы должны себя подставлять по стандарт Божий, должны подставлять по стандарт Слова Божьего. Это первое. Второе, я дальше хотел поговорить, это я здесь разделил на три пункта, четыре. Это стандарт Божий, это первое, мы должны себя проверять. Второе, я не хочу говорить о таких, я не знаю, такие духовные языки или такие переводы, такие греческие, но я хочу поговорить про житейские вот вещи, которые мы каждый день проходим. Вот, например, проверяй себя, что мы должны проверять? Вот я так думал, сидел, вот, например, что у нас за мотивы? Вот с какими мотивами мы делаем дела, да? Вот, например, Евреям, сейчас я зачитаю быстренько, Евреям 4 глава 12 стих: «Слово Божие живо и действенно, и острее меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть он судит то, что никто из людей, из других не может видеть нас. Он судит то, что никто не видит. Вот намерение
Важны Богу намерения наши, с которыми мы делаем что-то? Как вы думаете? Я думаю, очень важно намерение. И мы должны себя проверять, с какими намерениями. Вот, например, я сюда выхожу, да, беру гитару, начинаю петь. Я пою, и какое у меня намерение? Что я пытаюсь этим сказать? Пытаюсь я прославить Бога или пытаюсь я что-то показать, что я там что-то умею? Вот это вот, Бог смотрит на вот это. Бог смотрит на сердечное, на внутреннее, которое никто не знает. Помните фарисей и мытарь, когда они стояли и молились? У них было... Как? Они обои стояли, они обои молились, правильно? Но намерение ихнее было совсем разное. То есть Бог на одно смотрел, он одобрил одно намерение, а другое не одобрил. То есть они делали то же самое, но одно одобрилось, другое нет. Почему? Потому что намерения другие. Бог смотрит на наши намерения, Он судит наши намерения. Мы можем рекламировать себя через дело Божье. Мы можем делать Божье дело, мы можем делать это как удачно, мы можем делать это все хорошо, но мы можем себя вместо Бога выставлять наперед и себя больше рекламировать. Бог смотрит на это. Например, Анания и Сапфира, когда они сделали это приношение, они принесли, ну как, в кавычках, все свое имение, они принесли, все отдали для Бога, да? И Бог это видел, и... Они не отдали все, они хотели, чтобы люди на них посмотрели с высшей стороны, о, они что-то сделали для Бога, они все свое отдали, но у них там занычка осталась дома, они там спрятали, и они хотели как и Богу, и себе угодить как-то так. И Бог на это смотрит. Помните Давид, когда он делал перечисления? Перечисление, это же было, ну как, это же неплохое дело такое, ну, посмотреть, какая у тебя армия, какой у тебя состав, что у тебя есть, что у тебя нету. Но он, Давид это сделал, и Бог его наказал, да? И вот часто вот мы делаем, вот в нашей жизни происходят вещи, которые мы не понимаем, почему такое происходит, почему такое наказание. И вот часто мотив нашего вот, дело для Бога, почему оно не лепится, почему оно не клеится. Мотив наш, он последствует этому. Это потому, что наш мотив, он не соответствует то, что мы делаем. И Бог смотрит. И вот есть такое вот в мире, как учение, вот христианское учение. Вот недавно разговаривал с братом, с ним, говорит, в мире есть христианские где-то 33 тысячи разных пониманий. Там вот, например, там то так понимает, то так, то так. Ну, чуть-чуть разные понимания, но то, в общем, это много их. И одно из пониманий, это есть учение, что Бог смотрит внутри, ему не важно, что внаружи, да? Ему не важно. Ну, это можно так подумать, есть такие учения. Но если моя наружность, как, ну, например, вот, возбуждает или что-то производит в другом человеке, который, некоторые чувства, которые по Писанию не должны происходить, это уже Бог к этому не безразличен. То есть Бог смотрит на наше одеяние, тоже то, как мы одеваемся, и с каким намерением мы это одеваем, правильно? То Бог судит, первое, что Бог судит намерение наше. Второе, что я хотел бы посмотреть, это как... Ну, как житейское то же самое, это на нашу речь, вот как мы вот говорим, как мы общаемся с друг с другом. В притчах 18 главе там говорится, произведением уст насыщается человек. То есть, что мы говорим, и мы этим насыщаемся. Это мы как, мы говорим, но это нас наполняет. То, что мы говорим, это у нас внутри есть. Вот как вот говорят, что... Вот если в клетку не посадить птичку и дверку открыть, то оттуда птичка не вылетит, правильно? То есть то же самое, что если птичку туда посадить, дверку откроешь, то она вылетит. Вот тебя кто-то зацепил, и ты что-то сказал такое, что-то такое ну, нехорошее. И ой, извините, я не хотел, я такое не говорю. Но извини, но если оно у тебя там есть, если птичка сидит, она вылетит, когда дверка откроется. То мы должны себя, как апостол Павел говорит, испытывайте себя, испытывайте, верили ли вы. То есть мы должны проверять наши мотивы, наш разговор. Вот это вот второй пункт, это отношение наше, вот отношение между нами, вот наш разговор. Ефесянам 4 глава,
29 стих. Ефесянам 4 глава. 29 стих. Здесь говорится такие слова. Бог не безразличен к тому, как мы говорим. Написано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. То есть тем, которые окружают нас. Оно должно доставлять благодать. Бывает вот в наш... я замечаю некоторые... Вот в церкви у них как святой разговор. Есть такое, такой другой разговор. А когда вот за церковь выходит, уже другой жаргон, уже там все по-другому. То есть Бог смотрит на нашу речь, и Бог смотрит, что мы не должны быть двоеличные. И вот эти загнилые слова Бог говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания. И Колоссянам он подтверждает, в 4 главе 6 стихом подтверждает, что Колоссянам 4 глава 6 стих, здесь он пишет, что слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. То есть это приходит из того, что апостол Павел вначале говорил 2 Коринфянам, 13 глава, в 5 стихе. Он говорит, проверяйте себя, то есть смотри за собой, наблюдай за собой, какая у тебя речь, какие у тебя намерения, как ты разговариваешь с людьми, как ты ведешь себя в церкви, как ты ведешь себя, можно сказать, я могу так сказать, как я веду себя, я не буду говорить вам, может быть, вы так себя не ведете, но я должен за собой смотреть, я должен за собой смотреть, как я разговариваю. Потому что Бог здесь, говорится, не безразличен. Как вы думаете, мы совершенны с вами? Совершенны? Мы стремимся к совершенству, да? Но я думаю, нет, потому что апостол Павел говорит, нет праведного, нет ни одного, но апостол Иаков говорит в 3 главе 2 стихом, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. То есть, если мы не совершенны, значит, мы должны проверять себя. Второй как подпункт этого отношения, это в 1 Иоанна записано. Вообще, 1, 2, 3 Иоанна, они как говорят об отношениях вот братьев, сестер, как мы вот относимся один к другому. И 1 Иоанна 3 глава, 10 стих здесь говорится. Очень страшные слова здесь говорится. Очень страшные слова. С 9 стиха я начну. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». То есть Бога семя пребывает в нас, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. И здесь вот в 10 стихе происходит сравнение, отличение, как можно так сказать, как козлов от овец, как вот в Откровении написано. Дети Божии, дети дьявола, да? Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Ну, понятно, да? Это как common sense. Равно не любящий брата своего. То есть он подводит под одну планку. Дети дьявола являются тот, кто не любит брата своего. Таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. И я это место читал, оно меня испугало, если серьезно так сказать, потому что мы можем иметь людей, которых мы любим, которыми мы общаемся постоянно, с которыми мы постоянно имеем общение. Можем иметь людей, которых мы так чуть недолюбливаем. Есть люди, которые мы вообще не хотим с ними видеться и встречаться. Но если это как причина вероисповедания, то,
то написано, ну, апостол Павел говорит, то с таким даже не общаться. Но если брат мой, который сидит со мной в церкви, и я даже боюсь к нему подойти и пожать ему руку и сказать привет, или даже посмотреть в его сторону, апостол Иоанн сравнивает это как это безбожник. Это человек, который не относится вообще к Богу. И апостол Иоанн, если вы хотите узнать об отношениях людей, об отношениях брата и сестры в церкви, то почитайте 1, 2, 3 Иоанна. Там говорится, как черным по белому, что мы должны любить друг друга. И очень звонко, очень громко в 1 Коринфянам апостол Павел говорит, вот в 13 главе, он сравнивает, что если я говорю языками ангельскими, любви не имею, то что, я просто так звеню просто, да, вот я стою здесь, говорю, это я просто разговариваю, если я просто это говорю и этого не делаю, то я просто издаю звук, я ничто не делаю для Бога. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имея всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я что? Я ничто. Если я раздам все имение свое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне никакой пользы. И Господь это очень остро заостряет в Писании, чтобы мы любили друг друга. То есть мы должны проверять себя, какие у нас отношения, как мы относимся к различным людям, с какими вот, если у нас двоеличие, или как по-английски hypocrisy, мы как hypocrite to each other, или мы нормально, мы со всеми как одинаково, мы всех любим, мы всех покрываем. Третья житейская часть, о которой я хотел поговорить, это, ну, она может быть иногда видна, но часто ее не видно. Это эмоции наши, вот наши эмоции. Думаете, Бог реагирует или Бог смотрит на то, как мы реагируем на обстоятельства жизни? Думаете, Бог смотрит? Я думаю, Бог смотрит. Есть реакции вот, негативные, есть позитивные. Вот, мы можем сокрушаться перед Богом, мы можем стать перед Ним и хорошо помолиться, и поблагодарить Его. Или мы можем сокрушаться и перед Богом за все, что в жизни происходит, за всякие мелочи. Это могут быть такие две стороны. Может быть, вот, например, вот мне что-то сказали, я на ответ что-то сказал, я отреагировал как-то. Бог смотрит, как мы реагируем. Вот на наши обиды. Вот, например, мы едем по дороге, да, и нас обрезала машина. Какими мы их благословляем, как мы их благословляем, таких людей. Бог на это тоже смотрит. Новости в мире, да, вот смотрим на новости в мире. Вот нас вот как задевает те вот эти новости в мире. Мы смотрим на эти новости, и нам вот это последнее время, нам надо это, ну да, это последнее время. Но Иисус говорит в Матфея 24 главе, Он говорит, это все будет, глады, моры, землетрясения. Но Он говорит, ну вы не ужасайтесь, вы не... Чересчур не реагируйте на это, потому что это должно быть. Вы сами на себя смотрите, сами себя проверяйте и будьте готовы. Это все, что Писание от нас требует. И эмоции наша реакция на некоторые вещи в жизни, она выплескивается иногда и через верх. Только потому, что, как апостол Павел говорит, что мы не проверяем, что мы, если мы в вере или мы не в вере. Вот, например, мы пытаемся прийти ближе к Богу, да? И мы пытаемся что-то делать, начинать что-то делать. Но дела – это хорошо. Мы пытаемся как усилить нашу веру через дела. Писание пишет, что это неправильно. У нас должна быть сперва вера, а через веру, вера это как приносит плоды эти, это плоды веры, это производит дела. И дела и вера, как они идут вместе, да? Вот как вот лодка и два весла, вот когда кто-то вот плыл на лодке с двумя веслами, когда вот ты одним веслом гребешь, куда ты приплывешь?
Я думаю, что на одном месте будешь крутиться. Или делами будешь крутиться, или верой будешь крутиться. Но если у тебя два весла, мы можем спокойно плыть туда, в наш великий город Иерусалим. Да? И подводя итог своего короткого слова, то, что я хотел поделиться, вот неправильный мотив нашего служения, неправильное отношение в церкви, в семье, в окружении, разговор наш вот неправильный, эмоции, которые идут через верх, выплескиваются. Откуда это все? Что это за корень? Я считаю это в 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих, что часто мы не проверяем себя, и это все мы удовлетворяемся, окей, у нас все нормально, мы все хорошо, мы все нормально, у нас ничего нету, мы верующие, мы крещены Духом Святым, мы крещены в воде, у нас все нормально, мы себя удовлетворяем. Но Писание нас учит, апостол Павел говорит, испытывайте себя и проверяйте, если вы еще в вере. Потому что может так, что мы служим Богу, но мы идем, actually, против Бога, потому что мы это можем делать для себя, а не для Бога. Аминь.